Привет, бро, меня зовут Пози, и добро пожаловать на Безумие 4 Мега Монстр Челлендж. Ребятки, в сегодняшнем ролике мы вместе с моей командой, моими подписчиками, постараемся пройти Безумие 4. Ребят, это что-то на грани невозможного. Если я сейчас пройду Безумие 4, то считайте, я побил свой абсолютный рекорд среди всех безумий, которые я когда-либо проходил. Супер Сити появился только сегодня, не знаю, когда вы смотрите этот ролик, но появился этот режим только сегодня, вот буквально пару часов назад. Поэтому, ребят, если мы с вами пройдем новый режим до Безумия 5, это абсолютный рекорд. Ну что ж, нажимаем готово и отправляемся с вами в новый бой. Эй, а ты знал, что у меня есть мой собственный магазин Bro Gamer? Здесь вы можете купить самые крутые игры по самым низким ценам. А по промокоду Пози получить крутой бонус к пополнению. Ах да, там еще и летние скидочки. Ссылка будет в описании. Ам-шалям-шалям. Да, мы должны это сделать. Мы должны победить этого босса. Вся наша тактика должна быть задействована на 99%. Наш Булл должен как можно быстрее уводить этого босса. Он прям должен в него вырываться, понимаете? Вот прям вокруг него бегать. Эй-эй-эй-эй. Он почему-то на нас не агрессирует. Возможно, это какой-то баг, чуваки. Пока что непонятно, но я его застоплю вот на свою улучшалочку. Но нет, смотрите, он просто втихую ходит и разрушает весь город. Ему вообще пофиг, что мы по нему стреляем. Ему вообще пофиг. Эй-эй-эй-эй-эй, я здесь. Чувак, я тут. Эй, загрись хоть на что-нибудь. Ох ты, ё-моё. Ладно, он разозлился, чуваки, он разозлился. Так, я возле хилочки. Оу-оу-оу, как же он быстро бегает. Ёлки-палки, надеюсь, он Булла сейчас нашего не завалит. Так, я воскрес. Воскрешаемся опять. Да, успел поставить усилялку. Ребят, мне кажется, со второй или третьей попытки у нас лишь получится пройти этого мега-монстра на Безумие 4, потому что сейчас происходит что-то нереальное, чуваки. Если прошлое безумие мы чудом с вами как-то завершили, то это безумие мы с вами 100% не сможем нормально пройти. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Куда ты уходишь? Не уходи! Вот бы давали какие-нибудь банки здесь. Представьте, как бы сильно это сейчас облегчило бы всю игру! Вот это я смотался, ребят! Просто идеально смотали удочки! Так, ребят, у него сейчас 36% хп. Сейчас он потеряет смысл в нападении на нас. И, скорее всего, он будет нападать уже на город! Давай, 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 поразрушай эту штуковину! О, хилка, хилка, хилка! У тебя есть гаджет, чувак! У тебя нет гаджета? Ты серьезно? О, щит! Так, он напал на нашего Булла. Главное, чтобы наш Булл сейчас не погиб, иначе дела реально будут очень плохи. Так, остался Булл. Ему нужно продержаться 15 секунд, пока мы воскрешаемся. Он тут потихонечку разрушает город. Так, братан, 6 секунд у тебя есть. 6 секунд. О, да камон, он прыгает прямо на здание. По 4% за раз сносит. Так, все, мы воскресли. И сразу же нападаем на него. Но-н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 о. О, товарищ по команде пал. Нет. Все, он разнес весь город. У него осталось 14%. Мы же могли его сейчас победить. Еще, у нас получится еще раз сыграть. Да, получится сыграть еще раз. Фу, я думал, что все, типа, событие завершается, но нет. Так, он выбрал кольта. Ну, в принципе, да, в этом намного больше смысла, нежели играть за Булла. Потому что доверять Буллу в битве с мега-монстром достаточно крипово. Потому что мега-монстр может в любой момент убить нашего Булла. И все быстренько закончится. Поэтому, ребята, все хорошо. Мы сейчас его все дамажим. Надеюсь, у кольта есть какая-нибудь перезарядочка. Попытаемся уничтожить мега-монстра до того момента, как он войдет в бешенство, да? У него сейчас 80%. В принципе, у нас есть еще время. Прям навалом, я бы даже сказал. Опа! Так, он сейчас на кольта затриггерился, да? Коль должен издалека стрелять! Посмотрите на мои жизни, чуваки. Посмотрите сейчас на мои жизни. Что происходит? Ребят, он погнался сейчас за кольтом. Я остался один. Только не это, чуваки. Только не это. Затриггерись на эту штуковину. Да, он затриггерился на нее. Все, появляется ПМ, которая сейчас будет мне помогать. Но нас уже один раз вынесли. Как бы у города осталось всего лишь 20%. Тут просто без шансов. С Буллом у нас как бы получалось намного лучше, вам не кажется? Так, давай, давай, давай. Вот на эту штуковину. Молодца. Давай, разрушай ее. А, меня убили. Но я воскрес. Так, я на кольта скинул балласт. Это можно называть так. Так, и через 7 секунд он войдет в бешенство, но у него еще 38%. Короче, ребят, я ему меньше процента сейчас вообще сношу сам в Солянова. О май гад! Вот так выглядит шоу. Пози пытается убить огромного монстра, который в бешенстве. Черт, 35% мы ему оставили. Не знаю, как пройти Безумие 4. Ребят, у меня просто нет никаких идей. Я предложил сыграть за 8-бит.
Бандита, Спайка и Пэм. Спайк наносит примерно такой же урон, как и Бул. ХП у него, конечно же, меньше, но все равно он может хотя бы кидать свою ульту, которая будет замедлять босса. 8-бит может давать усиление, а Пэм может давать хилку. Мы подходим близко к боссу и начинаем всей толпой ему дамажить. Смотрите, мы ему 93% оставили, просто вот 3 заряда в него выпустили, так сказать. 3 хороших заряда. Ребят, усилялочку ставим. Вот так, замедление. О, под усилялочкой прям дамажим его. Видели, в чем прикол ульты Спайка, да? Это ж круто, чуваки. Так, он начинает злиться. Вот сейчас бы в него кинуть эту штуковину. Вот так вот. Фух, выиграли немного времени. Так, увожу, увожу от Спайка. Нормально, я воскрес. Все хорошо. Продолжаем нашу битву. Опа! Усилялку ставлю. Опа-опа-опа! Ребят, сколько у него? У него 54%. В принципе, у нас есть шансы. Правда, наш товарищ по команде пал уже. Это действительно очень грустно. Ну давай же, Спайк! Черт, 15% у города осталось. Да камон! Замедлялка от Спайка не помогает. Ребят, вот нисколечки. Ну все, сейчас этой Пэм конец. У нее, кстати, нет ульты на отхилку. Может быть, мне попробовать сыграть за Пэм, чуваки? Может быть, я сыграю за Пэм? Может быть, я сейчас буду всех хилить? Потому что у меня есть необходимая звездная сила. А, все, он снес все 7% города. Я только воскрес, 38% поставили ему. Очень сложно, ребят. Мы решили поменяться бравлерами. Я буду играть за Пэм, потому что у меня есть звездная сила на мамину заботу, которая дает отхилочку хоть какую-то. Билка будет играть у нас за 8-бита. А Спарки Варки у нас будет играть за Була по-прежнему. Он, кстати, неплохо играет за Була. Ну что ж, ребят, четвертая волна. Продолжаем. Ребят, мы должны с вами это сделать. Хотя бы попробовать. Как бы с одной попытки, если проиграл, то нет смысла сдаваться, да? Как бы нужно играть до последнего. Ну давай, 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 загрязь на нас. Когда разозлишься, тогда и поговорим с тобой. Мы тебя поняли. Окей, пока нет смысла использовать хилочку. Ладно, хотя пусть будет, на всякий случай. Ну мало ли вдруг, да, он сейчас разозлится. Вот буквально через несколько секунд он будет очень зол. Ждем, 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 когда он разозлится. Он сейчас должен разрушить эти здания, и все. Эй, почему ты еще не разозлился? Он разозлился. Так, ребят, все, смотрите, моя микроотхилка работает. Оп, гаджет. Так, 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 хилим Була. Так, ребят, хилочка, опа, использовал гаджет. Вот это я понимаю веселье. Так, Булу убили, Булу убили. What? Зачем я это сделал? Это было глупое решение. О, да, он разозлился. Давай, 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 иди сюда. Молодца, молодца, молодца. Бул только что вышел из своей неуязы. Нет, не успел хилку поставить. Ну все, это конец. Вот такое вот лайтовое поражение сразу ведет к неминуемому концу, ребят. Неминуемый конец. Так, я успел, успел, успел отхилить кого-то, да? Успел! Все, он просто в бешенстве! Давай на меня, козявка! Опа! Давай! Нет! Жопа! У него осталось 5%! Нужно играть еще более тактично. Если бы я тогда не улетел, если бы пару раз не промахнулся, то, возможно, бы у него уже было намного меньше хп. Давай, давай, давай. Вот на эту штуковину загрязь. Ты же хочешь на эту хилочку загреться? Нет? Тебя не интересует хилка? В смысле? Почему тебя не интересует наша хилка? О, да, мы его зажали. С двух сторон. Так, с усиления стреляем. Нормально. 8-бит. Давай, 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 давай. Ты же знаешь, что делать-то нужно. Успел отхилиться. Нормально. Так, все, он сносит, сносит эту штуковину. У него 48%. Нормально. Мы его пока что делаем просто по хпшечкам. На Була побежал. Прикрываю Була, прикрываю Була. 8-бит. У него есть вторая жизнь, если что. Сейчас Бул должен всеми способами пытаться остановить. Так, все, дай 5 секунд буквально. Все, ребят, он в бешенстве. Давай на нас. Че, слабак? Оу, щит. Я прикрываю. Опа. Так, поставил здесь хилку нашу. Давай, загрязь на нее. Ты же видишь, это препятствие. Давай. Оу. Ребят, 30 тысяч у него осталось. Нет. 2% осталось у него хп. Ребят, почти ведь затащили. У меня почему-то есть такое предчувствие, что мы сможем пройти Безумие 4. Вот если в самом начале мы сейчас впервые бы долетели, то пару бы секунд мы сэкономили. Давайте все сюда сразу. Оба. Так, полетел. Вот смотрите, я сразу сколько времени выиграл, да? Вот если Бул это сделал бы, мы бы сразу пару процентиков бы снесли. Просто сейчас стреляем вот так вот впритык. Был бы какой-нибудь баф на перезарядочку. Было бы просто безумно круто. Нормально так хп мы ему продамажили. О, все, он начинает злиться. Злись, карапуз, злись. Блин, меня убили сразу. Давали бы хоть какое-то воскрешение минимальное. Ребят, это все из-за меня сейчас. Это было сейчас все из-за меня. Тут шансов у нас нет вообще сейчас затащить. Просто нет шансов.
Это GG. Даже учитывая тот факт, что я просрал самый первый, мы оставили ему 7%. Короче, тактика теперь понятна. Все, вот тут мы его просто сейчас спокойненько дамажим. Тут он даже не будет агриться на нашу хп-усилялку. Вообще никак. В самом начале самая главная задача — снести как можно больше хп. Чем больше снесем сейчас на старте, тем проще будет немного позже. Ай-яй-яй. Замедляем, замедляем, замедляем. Оп, откилил было. Хорошенечко его задержали. Так, он затриггерился на меня. У-у-у. Злится, злится, злится. Бул, держи его. Нет, нет, да камон! 8-бит должен был пожертвовать собой, потому что у него есть воскрешение. Ну все, мы сейчас с вами проиграли тайминги. О! Все, тактика начинает работать. Сейчас просто тайминги решают все абсолютно. 8-бит, появляйся! О, да-да-да, он появился. Он пришел сюда, чтобы спасти нас. Опа, замедляем его. Нет, 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 5%, нет! Черт, 4% у него осталось. Опа, становимся, полетели. О, вот это я понимаю синхронность, чуваки. Вот это синхронность. Так, все, теперь просто стреляем по нему вот так вот впритык. Так, ты, Бул, не помри сейчас, а? А то я вижу, у тебя уже хп здесь немного осталось. Так, стартовые локации он сейчас посносил. Мы его замедляем изо всех сил. Замедляем. Так, 8-бит стреляет. Оп, босс злится. Эту хилочку сносит теперь. О, все, первую его злобу пережили. Уводим его подальше от города. Уводим. Давай сюда. Немного секунд выиграли. Так что все хорошо. Все, пусть на хилку агрится. Оп, не успел. Так, теперь на усилялку он агрится. Оп, хвостом он крутанул своим. А, меня вынесли. Остался только 8-бит. Чет. Вот если бы сейчас еще все эти чуваки были прокачаны на максимум, представляете, что бы сейчас было, ребят? Ну камон! Да как его затащить-то? Я не понимаю! Давай! Мои нервы, они расшатаны сейчас как никогда. 1% — это фейл всех фейлов. Это просто финиш. У меня просто горит жопа. Я очень жестко сгорел. Никогда бы не подумал, что у меня настолько сильно будет бомбить. Так, все, сейчас он должен впасть в ярость. Вот так вот. Мы не спеша все делаем. Да, ребят? Не спеша. Меня убили. Все, ребят, катка слита. Четвертое безумие! Вы видели это? О, щит! Ребят, я час записывал этот ролик. Если долго помучиться, то что-нибудь получится. Ребят, поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. И увидимся с вами в следующих видео. Пока! Playtime!